Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Инвестиционная активность падает уже несколько лет. По данным Кировстата, за год капиталовложения сократились почти на 10% и составили 19 миллиардов рублей. Спад продолжается с 2014 года, отмечает «Навигатор». Тогда объем вложений в кировскую экономику снизился на 0,5%, но затем спад резко ускорился – до 19% в 2015 году и 12% в 2016. В качестве позитивного момента «Навигатор» отмечает снижение доли капитальных вложений в жилищное строительство. В первом полугодии этого года они составили 18%, это уровень до кризиса. До этого в течение 3 лет вложения в жилье в общем объеме инвестиционных затрат составляли почти треть. Программа «Экономика». 5 кировских проектов претендуют на поддержку МСП-банка. Их презентовали руководителю корпорации МСП Александру Браверману во время его визита в Киров на этой неделе. Проекты отбирались с учетом комплексной стратегии развития региона. Они предусматривают создание производства наукоемких медицинских изделий, протезов кровеносных сосудов, деталей для останкостроения, строительство завода по производству кранов, модернизацию лесоперерабатывающего предприятия в Стрижах и глубокую переработку древесины. Эти проекты могут получить гарантийную поддержку корпорации МСП и средства по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В общей сложности может быть привлечено до 400 миллионов рублей. Решение по выделению денег ожидаются в конце этого, начале следующего года. Экономика на 101 FM. Недоимка в городской бюджет выросла. К 1 августа она увеличилась на 13,5% и в общей сложности составила 176 миллионов рублей. Также на 10% увеличились долги по аренде муниципального имущества и земельных участков. Общая сумма задолженности превышает 400 миллионов. Экономика. В завершение валютах. Доллар сегодня 58,73, курс евро 70,20. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.